Сергей Владыков из Бабочка Бай. Леонид Станиславович, с победой вас. Сегодня правого защитника сыграл Артем Быков. Скажите, справился с тренерской задачей? Ну, в принципе, мы выиграли. Но, скажем так, шлюзов у нас не было, таких как таковых. Значит, и считаю, что здесь сыграла вот организованность в обороне. Большое значение сыграла. И именно, а выделять там Артем Быков или еще кто-то, ну, возможно, кто-то будет в следующий раз играть. Поэтому сыграл нормально. Закрыл всю правую бровку, что никаких претензий нет. Все-таки при пропущенном голе чья больше вина? Защитника, пасовавшего на потерять, или самого Помазана? Знаете, как я отвечу? В этом случае браво команда. Знаете почему? Ну, не стали разбираться, где кто там виноват в чем-то. Стали дожимать соперника. Понимаете? Прессовать. Ну, как я говорю. Прессовать по всему полю. Создавать очень много моментов. В принципе, это определило результат матча. Классический вопрос для родителей. Коля молодежь. Бывает и хуже. Ну, скажем так, бывает и хуже. Ясно, что при таком поле, скажем так, быстрое передвижение мяча проблематично. Часто мяч прыгается, ну, скажем так. Ну, я считаю, что поле подготовлено было хорошо. Почему? Потому что, значит, и прокатано, и был какой-то травяной покров. И, как я говорю, оно не менее опасное, чем, ну, скажем, стадионы с синтетическим покрытием, и причем старым. Поэтому я всегда буду даже за такое поле. И спасибо организаторам, которые, ну, скажем, подготовили после кубкового матча это поле. Потому что шел дождь, было, ну, скажем, тяжелое поле. И сегодня было, но, в принципе, поле не мешало. Спасибо. Спасибо. Все. Спасибо. Все, спасибо.